Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с ламповым усилителем, выполненным на прямо накальных триодах 6S, 4S. Вот они, две штучки. В качестве нагрузки у нас используются две колоночки. Вот они, одна и точно такая же вторая. Если кто-то не узнал, что это за колоночки, давайте более детально посмотрим, что за она. Видите? Теперь все узнали. Прекрасно. Итак, в цепях питания не используется никаких устройств задержки анодного. Отдельно установлен накальный трансформатор внизу. Вверху под саркофагом находится анодный. Используется по кинотрону в каждый канал 5S, 3S. Отдельно каждый канал дроссель 10 Генри 150 миллиампер. Также на входе у нас установлены 6N, извините, 9S. Половиночка входная, вторая половиночка у нас на темброблок, вот он. А далее катодный повторитель на 6N, 8S. Ну и на выходе 6S, 4S и два выходных трансформатора. Также у нас имеется здесь возможность подключения через Bluetooth внешнего устройства для подачи аудиосигнала. Включается вот этой кнопочкой. Появляется синяя подсветка вокруг изнутри. Все, в общем-то, традиционно. Стрелочные индикаторы уровня и так далее. Ну что ж, давайте включим и посмотрим, как это работает. Происходит старт усилителя или запуск. Подаем входной сигнал в виде какой-то музыки, музыкальный входной сигнал. Добавляем немножко громкости. У нас начинают работать стрелочные индикаторы. Лампы постепенно прогреваются. По полной не даем. Даем где-то половиночку, может быть чуть меньше. Примерно вот так. И ждем какое-то время, пока лампы не прогреются, не войдут в режим. Видим, как кинотрон уже весело сияет своей алой краснотой. Немножко подсвечиваются девяточки, но восьмерки там, в общем-то, точно так же, как и в девятках будет. Сверху будут точечки. Ну а 6S, 4S, ну, прозвучит, конечно, двусмысленно, но не блещет. В общем-то, светиться там в ней особо нечему. Вот просто лампа, ну и лампа. В общем-то, вот такой простой усилитель, выполнен в китайском корпусе. Вот такой китайский корпус. Встроен Bluetooth M28 серия называется у него. Есть три их, они идут рядышком друг за другом. 18, 28, 38. Эта серия используется M28. Вот такой простой корпус. Вот такой вот, совершенно простой. Вот. И с этой стороны тоже давайте посмотрим. Вот такой простейший корпус. Вот. Можно сделать чуть погромче, чтобы было немножко веселее. Можно подкорректировать бас высокие. Сильно долго не будем слушать музыку громко, иначе YouTube имеет возможность блокировать видео по содержимому аудиосигнала, имею в виду права, извините, правообладателя, вот так. Ну вот, в общем-то, такой простой усилитель, незатейливый. Кстати, не взвешивал пока, но не сильно много он весит, потому как здесь-то вот то, что вы видите, и внутри только один накальный трансформатор, который меньше, чем этот анодный. В общем-то, вот, собственно, и все. Простой усилитель с качественным ламповым звуком на прямонакальных триодах. Вот они, 6S, 4S.
На этом все, дорогие друзья. Воплощайте удачно ваши радиотехнические и микроэлектронные фантазии в жизнь. Берегите себя, избегайте также ударов электрическим током, что важно. Все, как говорится, паяй. Всем пока, ребят. Спасибо большое за просмотр. Удачи.